честно говоря, не заметил. Рабио опять здесь борьбу проигрывает. Есть возможность у Краснодара что-то показать. Газинский. Классная передача Мамаева. И Мамаев просто шедевр выдает. Просто выдает шедевр сейчас. Этот гол, ну просто конфетка. Здесь все можно отметить, конечно же. Но то, что сделал Павел Мамаев, с днем рождения, Павел, еще разочек. Ведь накануне 30 лет. Давайте смотреть. Никакого положения вне игры. Передача Газинского. Ну и дальше Павел Мамаев вот таким вот образом отправляет мяч в ворота соперника. Красота! Ну, здесь комбинация вся была хороша. Мамаев ее и начинал на Вандерсона, потом Газинский. И вот такое вот завершение. Браво. Браво, Краснодар.